Привет, Эд Риборн. Наконец-таки коронавирус начал отступать, потому что наконец-таки начали появляться трейлеры новых фильмов. Например, сегодня вышел третий и, наверное, уже последний трейлер фильма «Кингсман: Начало». И давайте его посмотрим. Я этот фильм жду, потому что две первые части мне очень понравились. Хочется посмотреть, как же вообще создавалась эта организация. Погнали. Блин, красивый вид. Это у них там база, что ли? Дети мои. Кто? Эта война не будет. Дети, нифига себе, дети были там все старики какие-то. Рыцарской. Какой она будет? Народы будут резать друг друга, а мы богатеть. Окей. Скучать не придется. Так, если я не ошибаюсь, это Распутин? Ну, очень сильно похож. Распутин жил когда? В первой половине 19 века? Поправьте меня. Ой, точнее, 20 века, поправьте меня, пожалуйста. А разве тогда были подводные лодки? Что-то я. Я, наверное, историю не знаю, либо что. Ну, скорее всего, да, я историю не знаю, я просто тупой. Дальше смотрим. А, тут и корабли вон какие огромные. А, да, что я туплю-то? Титаник же был в начале точно 20 века. Ой, какой я тупой. Ладно, все, забыли, друзья. Смотрим дальше трейлер. Офигенно, вообще взорвался корабль, мне нравится. Мир объят пламенем, а ты меня держишь дома. Это неужели это та песенка? Сынок, Офигенно. Обожал эту песню еще по часу пику. Еще она была в агенте Коди Бэнкси. Блин, какие воспоминания. Сказать этим миром правят алчность и порок. Нужно Ремейк офигенно сделать. Прям. Безусловно. Давай, показывай, что вы будете делать. Мы. У меня аж мурашки это по коже. В мире независимая разведслужба. Независимая, но находимся в Великобритании. И еще в Америке подразделение есть. Если вы независимы, почему бы вы не сделали свое собственное государство? Благородны, но жестоки. Цивилизованы, но беспощадны. Блин, вообще офигенно. Добро пожаловать. Не хочу. Пора подлить масло. Офигенно. Блин, если первые трейлеры меня вообще как-то не впечатляли, то вот этот это просто пушка. Да, мой пастырь. Здравствуй, англичанин. Какой он страшный. Распутин, премного да, все-таки Распутин, да. Он танцует, блин. Ого. Решили Блин, оспорить, офигенно. джентльмены. В конце концов, манеры лица офигенно. Мужчины. Вот только от мальчика всегда один беспорядок. Нифига. Блин, не знаю, как вам, друзья, мне вообще этот трейлер прям очень понравился. Чувствуется атмосфера предыдущих частей, все так же безумно, все так же весело, все так же драйвово, и я прямо не могу, очень сильно жду этот фильм, теперь еще больше. Офигенный саундтрек подобрали, вот это вот, как эта песня-то называется, «Война», по-моему, да, если я не ошибаюсь, типа... В новом звучании прям офигенно звучит, офигенно подходит вот этому вот трейлеру. Я надеюсь, будет она в фильме, потому что, ну, это реально очень классно. Офигенный экшен, все офигенное, и думаю, юмор будет тоже на уровне с предыдущими частями. Надеюсь на хорошую игру актеров, так как здесь есть... Я не помню, как его зовут, короче, Волан-де-Морт, а Волан-де-Морт классно играет, да. Короче, фильм жду, если вы ждете, напишите об этом в комментариях. И, кстати, обязательно подписывайтесь на канал и лайк ставите под видосом этим, что со мной не так. Но с вами, как всегда, был Реборн, всем спасибо за просмотр, всем пока!